Благотворительный концерт «Огонь божественной любви» пройдет 25 мая в 19:00 в ДК Лесколова в рамках презентации благотворительного фонда святого Арсения Коневского, чья деятельность направлена на помощь погорельцам. Участвует настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери в деревне Лесколова, иерей Андрей Гребенюк, Борис Саценко и ансамбль Александр Невский, Ольга Горностай и виртуозы музыкальной школы. Вход свободный. Адрес: Ленинградская область, Всеволжский район, деревня Лесколова, Красноборская улица 4Б.